из цикла «Воины Победы». Воин, герой Советского Союза из Нюрбинского района Чусовской Николай Николаевич, уроженец села Александровка Кучайского Наслега, призван на фронт в мае 44 года. Майор, командир стрелкового батальона, принимал участие в освобождении Молдавии, Украины, Польши, отличился при штурме Зиеловских высот под Берлином. 16 апреля 45 года личным примером увлек бойцов на штурм Зиеловских высот. Батальон под командованием майора Чусовского, обеспечив переправу через водную преграду, выбил фашистов из укрепленных высот и первым ворвался в город Зиелов. За проявленный героизм и мужество 31 мая 45 года майору Чусовскому присвоено высокое звание Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина. Именем героя названы улицы в родном Наслеге и в городе Нюрба. Вечная слава воинам Победы! Никто не забыт, ничто не забыто!